Нас объединяет наша религия, наша принадлежность к нашим традициям, к нашей культуре. Поэтому сегодня мы пришли, чтобы выразить вам свое почтение, слова глубокой благодарности за работу, которую вы проводите в республике. Вот сайбулакади баракат, баракат Джамал бин Гумухи. Конечно, в первую очередь вам, лакцам, его потомкам, наследникам и в целом для Дагестана, конечно, я надеюсь, я уверен, что мы получим. Я уверен. Но мы, в крайней мере, будем стараться, чтобы мы были достойными этого бараката. Иншалла. Ну, у нас в районе 23 мечети, в каждом селе есть имамы, ставленные духовным управлением. Внутри района ни с имамами, ни с главами сельских администраций, ни с районной администрацией никаких проблем нет. Обычно запоминается на всю жизнь та хоть маленькая помощь, которая оказана в трудную минуту. Как вы сказали, прошлый год для всех нас, для всей республики, страны был очень трудным. Фонд «Инсан» и больницы помогали, и семьям малоимущим помогали, со всех сторон поддерживали. Это не забывает, это еще больше нас объединяет, друг другу симпатия и уважение. Это все сложности, какими бы ни были проблемы, в моем понимании, конечно, когда есть сплоченность, это на второй план уходит все проблемы. Когда есть взаимное такое понимание, это очень большую силу дает. У вас, ну, среди лакцев, что хорошо, у вас деление вот, в религиозной сфере отсутствует. Вот это очень приятно, вот это. Алхамдулиллахи Раббиль Аламин, Аллахумма салли аля Мухаммад.